Всем привет! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Продолжаю записывать небольшие обучающие ролики. Речь сегодня пойдет о сервисе Best Leaders, который мне приносит много подписчиков в месяц за $5. Вот я добавляю сюда в ленту VIP. Подключила несколько аккаунтов. Как управлять аккаунтами ВК, нажимаете вот сюда и подключаете все свои аккаунты, фейковые тоже, которые у вас только есть. Вот сейчас я подключила еще один аккаунт. И сейчас подключу вот еще вот такой. Сейчас я покажу, как подключать аккаунты. Авторизовывайтесь сначала в той странице. Авторизовались в вашей страничке, фейковая, неважно. Вот, добавляем аккаунт. Вот здесь вот необходимо обновить данные аккаунта. У вас будет написано «Добавить аккаунт». Вы нажимаете «Добавить аккаунт». А вот здесь читаете инструкцию, как добавить. Перейти к получению доступа. Вот эту ссылочку мы копируем сверху. И вставляем вот сюда. Нажимаем «Обновить». Аккаунт у меня успешно обновлен. Теперь я могу пользоваться всеми инструментами. Мне нужно сюда добавить друзей. У меня их 163 запроса. Нажимаем вот сюда. Либо мы можем друзья добавить, либо оставить их в подписчиках. Управление. Ну, то есть нажимаем «Все инструменты». Подтверждение новых заявок в друзья с быстрой отправкой сообщения. Я не люблю отправлять сообщения, просто добавляю в друзья. Вот 10 человек за один раз, и можно поставить лайк на аватар. Запустить автоподтверждение и ждем. Тут буквально несколько секунд, пока на паузу поставлю. Вот у меня идет автоподтверждение. Видите, здесь мы можем увидеть, что друзья у нас вот, заявки уменьшаются. Как раз таки ставится у нас лайк на аватар, что привлекает внимание. Все, готово. Ну вот, кому-то лайк не поставлен, что-то запрещает. В общем, вот эти вот друзья у нас добавлены. Идем дальше. Здесь вот у меня еще 143 заявки. Значит, мы их просто оставляем в подписчиках, отклоняем все заявки. И все, они у нас уходят в подписчики, они также будут получать от меня оповещения и читать мои новости, которые я пишу. Вот тут куча сообщений, 258 сообщений, представляете? Так, идем дальше. Мне надо, чтобы у меня пост выходил каждые, например, 5-6 часов. У меня добавлено несколько страниц. Вот это вот у меня Ирина Агапова основная страница. Нажимаем автоматический постинг в новостную ленту. С другого браузера я иду на свою основную страницу. И я утром сделала вот этот пост. Я хочу, чтобы он у меня транслировался еще на других страницах автоматически. Правой кнопкой мышкой я нажала, скопировала ссылочку вот на время. Нажала. Идем в личный кабинет. Здесь добавляем задание. Кликаем, чтобы выбрать аккаунт. Вот аккаунт Маша. Вставляем ссылочку на готовый пост правой кнопкой мыши. И чтобы он постился у меня, например, каждые 5 часов 30 минут. Запускаем задание.
Идет проверка данных. Ждем. Все, задание создано и запущено. Давайте перезагрузим страницу и посмотрим, как это задание у нас создано и запущено. Вот, только что вот вышло. Видите, вот этот сервис, он сделал пост. Таких постов можно написать все, сколько угодно. Хотите 10, хотите 20. И так я делаю на каждой страничке, а страничек у меня где-то 12 или 14. И что хорошо, что здесь, даже если компьютер ваш выключен, ваше задание будет выходить. То есть ваш пост будет здесь выходить, пока вы спите. Вот это называется автоматизация. Пользуйтесь. Всем пока.